have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, начинаем 24-ю, если я правильно помню, серию Dead Space. Если... Сейчас, секундочку, чекну, что у меня есть. У меня есть даже пара аптечек. Пара аптечек, чуть-чуть воздуха. Стазиса у меня нету, ну, в принципе, как бы, ладно. Что я возьму? Возьму я, наверное... у меня ощущение, что сейчас начнется полнейший трындец. Поэтому вместо швабры возьму резак и, наверное, вот эту штуку вместо огнемета. Автомат, наверное, можно будет использовать как гранатомет. У кого сейчас в голове сложилось, я за него рад. Так, получить маркер, собственно. Мы идем туда, за маркером. Как только я его возьму, я уверен, что сработает какой-то страшный скрипт. Тут за нами и так бессмертная тварь набегает, и еще куча всего происходит. Чему я безмерно просто рад, вы же знаете. А, на лифт. А зачем я сюда иду? Игра любит делать подставы, вот такие вот. Давай еще. Дружище, я тебя отталкиваю вообще-то, если ты не в курсе. Да вы офигели, блин! Все, мы договорились? На самом деле... О, привет. Че ты мне ручкой машешь? Это был, ну если не самый лучший, но один из неплохих исходов. Меня схватили, конечно, неприятно, но то, что они перли с двух сторон, и мне в большинстве случаев... Удалось довольно-таки неплохо от них отбиться, ну и на том спасибо. Что мне по... А, я еще не потратил никаких других патронов, кроме пилы. Что вообще тоже хорошо. У меня, правда, не осталось всего одна обойма вместо двух. Но я не буду на это жаловаться. Во-первых, во-вторых, тут такой вопрос. Они предусмотрели, что я сразу же поеду наверх и... Пустили всех сверху, или на меня бы шло одинаково, что сверху, что снизу? Так, хорошо. По крайней мере, я получил один стазис-пак. Блин, интересно, есть быстрая кнопка? Его можно использовать или бросить. А... Блин. А то есть кнопки быстро нету для применения, только из менюшки, офигенно. Забираем. Ой, двойная птичка, спасибо. Так, шаттл. Так.
О, а это что, это аптечка? Да, я заберу, спасибо. Если игра дает столько аптечек, это вот вообще ни разу не хорошо, потому что игра, в принципе, очень жадная. Игра не дает ничего. Если вдруг это случилось... Он дает хорошие патроны, хорошее оружие, взрывчатку. Да, свали ты нафиг. Взрывчатки много, кстати, вокруг. Стазь. Намечается какой-то очень серьезный файт. Мне бы, по сути, надо было бы, наверное, после этого всего сохраниться. На двойку. Сразу развернем его. Один. Два, три. Хорошо. То есть пулемет, ну, относительно самый бесполезный из того, что есть, у нас на четверке. Извините, но я не буду рисковать. Любая фигня, которая вылезет, получит просто вот эту, вот этим вот в рожу, и все. Ой, тут еще и... Тут еще и стазис пак. Ну, то есть не пак, а это заряжалка бесконечная. Так, сюда я не смогу зайти, потому что... Я красавчик, потому что я злодей. Стендбай. Видишь, стендбай. То есть не заперто. Они такие, да, можно, но потом. Когда тебе накостыляют. Че ты от меня хочешь? Executive Shuttle. То есть мне его... Мне сюда. Так, иди сюда. Не падаем. Подожди, подожди. Пока скрипты не начались, я в безопасности. Эта игра ничего нового не придумала, эта игра ничего нового не сделала. Тут все стандартно и, к сожалению, скучно. Это я сюда поставлю. Тут еще должно быть что-то интересненькое. О, пилы. Пилы — это тоже хорошо. Ту часть шаттла мы сейчас себе заминируем, эту часть шаттла мы себе заминируем. Рядом с маркером творится фигня? По идее, творится. Интересно, я долго, если я долго простыл, что со мной будет? Ну да пофиг, я не буду это испытывать. Мозги плывут, поэтому ну его нафиг. Так, вставить... минуточку, это вы хотите сказать, что у нас рабочий шаттл? И такое бывает. Ставить сингулярность на... Fire the engines. Не в прямом же смысле слова. А, тест фаера, я понял. Ну, короче, да. Это была плохая шутка, забейте. Запустите в тестовом режиме. То есть мне сюда, да, там еще пару коробочек будет, но опять же, пока я не нажму. Тест фаер. В нашей жизни все должно быть неплохо. Слышите, да? Отрыжка сатаны. Так. Что я предлагаю? Предлагаю вот это. Чтобы я хотя бы смог отсюда сбежать. Предлагаю вот это. Потому что оно сейчас там появится.
Да-да, я пройду-то. Сюда. Так. Задание, что мне надо? Kill the hunter. А, я понял даже, как его убить. Пойдем, пойдем, дружище. Иди сюда. Мы всех остальных уже убили. Иди сюда. Быстрее. Неплохо. Как же ты меня достал, ты говна-то кусок. А как же ж ты меня достал-то. Как, блин, ну сколько. Это третий раз эта фигня возвращается. Ну как такое возможно? Ну блин, игра, ну прекрати. Ну тут нового чего-нибудь нету. Дважды Хантера, трижды Щупа. Идите вы к черту. Иди сдохни там, придурок. Нет, там лут остался, тварь, там лут остался, отдай сюда, я столько потратил. Я даже стрелять сейчас не могу. Я даже стрелять сейчас не могу, блин, я пытаюсь. Ты кусок, ну это... Это бесит. Это просто надоедает. Это... Иди ты к черту со своими сообщениями. Потратили мне кучу... Иди ты, блин! Весь рипер мне еще и потратили. Critical damage to internal systems. The marker just ripped right through the ship. Something pulled it down to the cargo bay. Kind, pilot the shuttle to the hangar. I'm going after the marker. Wait, Dr. Kine. That guy's lost it. He killed the captain. We can't trust him near the marker. He says returning it to the planet is the only way to get this. We've got to try. Понятно. I'm heading to cargo. You ping Nicole's rig and tell her where to go. А я же подбирал. Thanks. When I get the marker, we're all getting out of here. Он автоматически сработал. Keeper of the Fate. Так. Конец дней закончено. Альтернативные решения начато. Подождите, я схожу назад.
Сюда? А мне сюда и надо. Тут просто по кругу. А тут тогда что? А, в криогенику. Ну, бессмертного говна тут больше нету. Так, перестань лагать, пожалуйста. А, это я уже все открывал. Ну, понятно. А, криогеника. Ты можешь там постучать себе, знаешь, и по лбу, и все, все что хочешь. Один раз мы заморозили. Я, кстати, не уверен, это он того же отморозил? Я немножечко пропустил это по сюжету. Он того же самого отморозил и заставил за мной охотиться? Или же это он просто другой? Нет, наверное, это он того же самого отморозил. Просто мы его заморозили и запаковали, а чувак его вернул. Main Station Bridge. У меня нету рипера. Меня это немножечко... Мне это немножечко неприятно. Эта пушка очень классная. И она выполнила свои обязанности прям вот лучше. А тут в чем прикол? Нужно или очень быстро убить монстра, или не дать ему к тебе подойти. И с очень быстро справляется катер, а с не дать тебе подойти справляется именно рипер. Рипер, кстати, тоже наносит дофига дэмэджа. Че, глюки по станции пошли уже капитальные, да? Локдаун оверриден, отлично. А, так. Ну, поехали. Насчет лютого звездеца, я, кстати, был прав. Получается. Куда нам? Hangar Cargo, да? Ну, поехали. She want to travel the... А, да, почему нет? Почему бы мне не быть уверенным в этом? Мистер Кларк, мы подходим к Hangar Bay. Мы встретимся там с маркером. Теперь мы прибываем на флайт-деке с контролем. Да, я думаю, скоро. Мы отправим хайв-майнд обратно в темноту. So glad you gave that guy our only escape shuttle. Shit, Isaac. Those things you've killed, their biomass has pulled down in the cargo bay. It's recombined itself into... Into what? Well, it's something huge, and the marker's embedded right in the middle. How the hell do we do this? I've got the Ishimura's cargo cranes. They can move half a bay of mining gear, no problem. If whatever's down there wants to wrestle for the marker, I'm in. А мы сейчас будем делать еще какое-то кривое задание. Ну давайте, давайте. Очередная кривая фигня. Я уже... Спасибо. Вот, вот смотрите, вот из-за вот этого я не могу относиться к этой игре уже серьезно. Ладно, мы можем что-то продать? Купить-то вряд ли, конечно. 26 тысяч. Слушайте, может, к черту этот последний костюм? Что у меня по месту? Нет, место у меня еще есть. Учитывая, как быстро мне заканчивается... Блин, у меня, кстати, с этой суперпушки дофига патронов. Блин, а может мне бы ее бы качнуть бы на дэмэдж надо было. Да, очень запоздала мысль, это я понимаю. Давайте я с ней немножко похожу. Тут можно будет справа сохранить. Все. Warning, сохранение. Ну и на здоровье. О, верстачок. Подождете, подождете, ребят. У меня тут есть шайбочки нераспределенные. А в дэмэдж я не могу. Давайте тогда в capacity закину и потом в дэмэдж ему... А к чему я шел до этого в лайнер?
Лайнер я, кстати, прокачал. Да, давайте, у нас много на контакт бим. Я сейчас сюда закину. Если у меня будет еще возможность, я закину еще и в damage, если получится. Engage Cargo Crane. Так, 13. Не так уж оно много мне его и задало. Нет, четверку дай мне. Мне надо, чтобы этой фигне поплохело, правильно? Или чё? На самом деле, я хочу, чтобы они подошли немножко сюда поближе. Минус один дебил. Кто тут, блин, мне задыхается на ухо? Так, возьми огнемет. Все, оно лопнуло. Деньги, деньги. Продолжает мне деньги пихать. Ну, хоть немножечко еще разного другого. Ага. Он там прям лопается, лопается. Ой, я тут шкафчик забыл открыть. Давайте. Что? Это, за это ачивку дали? Какая-то статуэточка. Ее то ли продать, то ли что-то можно. Это на самом деле интересно. С другой стороны не пойду. Все? Мы договорились? Хорошо. О, эти пилы дали. Погоди, погоди, погоди. Давайте я возьму... А, три пилы дали. Ну хорошо. Давайте я их возьму вместо вот этого. Просто две суперпушки не будет много. Не надо скрипеть на меня. Так, мне нужно вот это, да? Карго активировать. Тогда подождете. Если мне нужно что-то активировать, тогда подождете. Дайте еще пилы. Дают хорошие патроны. За что тоже спасибо. Деньги. Деньги, 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 деньги. Все остальное дребеди день. Я бы сюда тоже зашел. Сейчас шкафчики полутаем.
На меня вылезет все, что должно вылезти. Денег прям дают вот сейчас неплохо. Успею ли я на них что-то купить? Шайбочку еще одну дали. Это уже другой вопрос. After David, I never imagined Fuck, he's coming back. Time to go, Mr. Temple. You can just leave your force gun here. If you want me to build your shit, I'll need it. But you won't need these modifications, will you? I need to build this shit. Not that. A lot of them. There. Now the marker. You can go ahead of me, Mr. Так. Temple. Activate breach. А, да? А, ну, допустим, допустим. Поехали. Откуда что еще вылезет? Та скотина! Ну перезарядись! Еще полная обойма. Что я должен сделать? Ты дурак или где? Сюда. Это просто быстрее будет, если вдруг что. Так, что вы это мне хотите? Ага, я понял.
Ну и как? Вот. Ладно, у меня есть другая идея. Ну, игра просто вынуждает. У меня есть другая идея, сейчас будем по-другому действовать. Ну его к черту. Давайте какой-нибудь автосейв, пожалуйста. Ну, не знаю, но это прям вот отвратительное место. Всегда, 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 всегда у тебя есть... Вот, тут можно зарядиться. Вы серьезно? С самого начала? Офигенно просто, знаете... Так, что мне по... Да иди ты к черту! Я не буду Рипер брать. Да прекрати! Да когда ты успел их уже насрать? Это офигенно. Ну правда же офигенно. Я знал, что это офигенно. Я начинаю потихонечку. Нет, не потихонечку, я начинаю довольно сильно ненавидеть свою игру. Кого я обманываю, да? Этого точно надо выжигать, это я точно знаю. Все? Все. Ой, дебилый кусок. Так, хорошо. Это мы сразу поворачиваем. Мастер секьюрити, блин. Ага. То есть это каждый раз заново надо собирать. Спасибо. Это каждый раз заново. Ну, давайте облазим заново сейчас сети быстренько по кругу. Ну что, не... Отлично. Вот этих как раз точно сжигать нужно, потому что из них вылазит всякое говно. Да, три пилы, но...
Я больше на это не куплюсь. О, шкафчики, стоп. Так. Пойдем с той стороны еще глянем. Нынечку, тут шайба? Да, мы можем на лифте, кстати, съездить. Если у нас еще будет такая возможность. Лифт еще работает? Нет, у меня теперь две шайбы. Я теперь, кстати, могу пойти качнуть урон вот этой штуки. Точно! Да-да-да-да-да, именно structural, именно integrity, именно, блин, compromised. Супер. Поехали. Что я предлагаю? У меня есть швабра. На швабре у меня 6 патронов. Это крайне мало. Печально и вообще не очень хорошо. А вместо огнемета давайте ставим воздушку. Теперь. Да-да-да, пше-пше-пше-пше. Иди сюда. Иди сюда. Поехали. Пока что держимся. Главное, на голову мне не падайте. Мины поставили. Бежит, бежит, бежит. Пилы пошли, отлично. Супер. Значит, мины расставили, пулеметом воспользовались так, как надо. Теперь вот эту штуку вместо пулемета. 6. Да-да-да, закрой пасть. 6 пил, отлично. 2. F, F. Ага, все, понятно. Чуть-чуть мин тут пораставляли. Надо было их больше подавить, чтобы взрывы из них не выбили то, что нужно было. Ну и хорошо, в принципе, нормально. Нормально. Первого уделали. Без потерь. Второго. Так.
Минус. Очень жаль. Так, тут у нас мины. Хорошо. Ящичек не открыл. Да беги ж ты, тварина! Заряди! Нормально. Пока что живем. Ёпарасы-то. Что по патронам? Блин, последняя обойма. Вот, вот сейчас стало резко печально. Та пасть, блин, закрой, я прекрасно тебя слышу. Давайте в этот уголочек. Это такой, отдай мне мою конечность, отдай мне мою конечность. Мне придется бежать в ту сторону, это, кстати, печально. Пофиг, давайте я возьму с собой вот это. Да пасть закрой, блин, я все понимаю. Сейчас я подниму. Почему это нужно было проводить целый круг? Почему нельзя было подвинуть в эту сторону? Игра, это настолько все тупо выглядит. Еще полезут, нет? I'm reading a cargo transfer to the hangar bay. The marker. Good work, Mr. Clark. On our way. Kine, your flight path goes by airlock 19. I can get there from the computer core. A pickup? Yes, we'll be there. Can you make it to the airlock alone? No movement on the cameras. I'm just gonna run for it. Wish me luck. Wish me luck. I'm just gonna run for it. Мне на лифте наверх? Я надеюсь, что да. Опять слили мне весь запас катера, к сожалению. Залезь ты. Нету, к сожалению, нету, ладно. Давайте заряжаемся. Сохраняемся. Будем тогда на этом заканчивать, ребятушки, потому что хватит. Не то чтобы хорошего понемножку, а вот этого тоже надо понемножку. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.